Спасатели натянули навесную переправу, чтобы обследовать автомобиль, так как сильное течение не позволяло добраться до машины вброд. Внутри автомобиля никто обнаружен не был. Тела двух погибших мужчин найдены на расстоянии 2,5 километров ниже по течению. Сотрудники МЧС выяснили, что двое мужчин переезжали реку на автомобиле УАЗ и застряли. Салон машины очень быстро затопило. Чтобы эвакуировать тела погибших, на берег пришлось использовать рафт. По предварительной информации, один из мужчин – 44-летний сочинец. Личность второго уточняется.